Прошел финал конкурса красоты «Люберецкая краса 2023». Конкурсантки на протяжении месяца готовились к завершающему этапу, который состоялся в культурно-просветительском центре. С финалистками пообщалась наша съемочная группа. Это один из самых красивых конкурсов 2023 года. На участие в нем поступило больше 40 заявок, но в финальном этапе осталось только 9 конкурсанток. У девушек за плечами месяц подготовки, мастер-классы и тренинги. Он был разделен у нас по неделям. У нас была неделя знакомства, неделя доброты, неделя красоты и финальная неделя. В каждую неделю у девушек были мероприятия, акции, какие-то мастер-классы от спонсоров нашего конкурса. В том числе мы ездили в социально-реабилитационный центр для детей. Финалистка под номером 2 Евгения Кочеткова. Ей 17 лет, и она учится в 11 классе. Один из любимых видов деятельности – волонтерство. В конкурсе красоты принимает участие впервые. Однако у нее есть козырь, которым она планирует покорить сердца жюри. Мой самый главный козырь – это монолог, который я буду рассказывать, потому что я его очень долго репетировала, я очень артистичный человек, и мне кажется, что это мой главный козырь в рукаве. Участниц оценивали по 4 главным критериям – дефиле, визитка, мир искусства и таланта. Всего 7 членов жюри, которые тщательно отсматривали выступления каждой финалистки. Я вижу конкурс так же, как со стороны участницы, потому что я сама участвовала, я проживала все эти эмоции, поэтому очень сложно, но очень интересно. Мне важно, чтобы я видела, что участницы отнеслись к конкурсу со всей ответственностью, вложили действительно душу, подготовились. После всех этапов выступлений долгожданным моментом стало награждение победительницы. Люберецкой красой 2023 года стала участница под номером 5 Мария Молчанова. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.